Всем привет! Привет! Это новый выпуск «Готовим с Орком и Фаер». Что мы сегодня будем делать? Сырники воздушные. Которые, как говорят, взорвали ТикТок. Вообще интернет. Но если они кажутся невкусными, я удалю ТикТок. Да, а что нам для этого понадобится? Не удалю, но в общем... Что нам для этого понадобится? Куча ингредиентов, непонятно. Сегодня нам нужна будет сметана, сахарная пудра, разрыхлитель для теста, ванильный сахар, манка, яйца и творог. Вот вы верите, что можно сделать что-то вкусное из манки? Манник. Манник, окей. Готовится он как? Сложно или просто? Все очень просто. Все засыпается в одну миску, блендерится. И первым делом мы выставляем духовку на 170 градусов. Да, нагреваться. На 170 градусов. Чего ставим? Смотрите, купил специально ради этого формочки. И теоретически, когда все будет готово, можно будет так пожмакать сырник. Обязательно это сделаем. Посмотрим, будет ли он действительно воздушный. Жмакаться как груди. Правильно. Хотел сказать, но промолчал. Почему? Давай сначала одно ты яйцо, а потом другое я раскидачу. Ну, держи. Что, получилось? Получилось, все. На. Вань, нет, там шкурку собирать я не буду. Мы просто пойдем за новыми яйцами. Я тебе клянусь. А? Разрываем как задницу. Опа! Зачем ты расскажешь, как вчера жопу порвал? Что за соплеты? Да все, отдай. Не трогай. Все, пожалуйста. Вот что у нас получилось. Наверное, вы не увидели, но... Тут одно яйцо раздербаненное, а другое нормальное. Так, вот кто-нибудь из вас ел в детстве манку? И не говорите, что не ели. Всех нас заставляли есть в детстве манку. Знаешь, это, там тарелка такая с мангой стоит, и ты ложки по краю вот так собираешь и ешь, потом с краю собираешь. Да. Почему она вот так? А потому что как-то, не знаю. Горячая, типа, вот, она горячая, так остро. Да. Ну да, логично. Но почему тогда другие блюда так не делают? Не едят. Очень удобно. Фиг его знает. По краю. Ну что, скрываем манку? Да, не, ну пожалуйста, не таким образом. Ну господи, ну давай только не устраивать фейерверки. Ты же не Уизли. Вот Аня сейчас период Гарри Поттера. Она смотрит все серии Гарри Поттера с новой по новой. У меня период Гарри Поттера будет в каникулы. А сейчас что было? А сейчас предподготовка. А-а-а. Сейчас нужно посмотреть все фильмы Гарри Поттера, чтобы потом почитать книжки, а потом еще кучу-кучу всего сделать. Короче, мы берем измерительный стаканчик, потому что все остальное мы будем на глаз добавлять. И добавляем 50 грамм манки. 50 грамм манки, ну это... Давай, ладно, давай. Вернись. Итак. Я первая. Насыпаем мою манку, которая вообще ничего не пахнет. Конечно, чем она должна пахнуть? Это потом прищепочка сюда. Так, значит, в яйца всыпаем манку. Потом берем творог. И сиськи коровы. И сиськи коровы. Нам нужно 250 грамм, значит, нам нужна половина. Да давай все на глаз. Нет, что? Надо по ингредиентам, чтобы они были вместе сочетаемы. Что за глупость? Хватит мять. Еще ничего не готово, да? Да. Короче, вчера у нас был концерт, поэтому видите, я при параде, зеленые волосы. Таня не выспалась. Потому что мы легли очень поздно. Я легла намного позже тебя. Ты мне еще не даешь делать дела ночью, когда я могу это делать. Мне приходится просто тупо лежать. Конечно, потому что я хочу наладить свой режим. И да каждый раз я говорю, все, сегодня я вот опять стал как зомби, все проклинаю. Но вот сегодня я лягу нормально. Не, я потом говорю, нет, ну нормально-то я не лягу, понятно, хорошо. Но до двух. И уже когда ложусь в 4, я говорю, да что же опять пошло не так. Вот непонятно, что пошло не так. Творог нам нужен 5%. Если видите,
если верить рецепту. А это сколько процентов? Это 9. Да шучу, это 5, но мы все-таки в магазин-то не зря ходили. Так, ну выглядит уже неплохо. А, нет, мы будем еще отрезать кучу. Да, потом надо, короче, перемешать. Сахарная пудра нам нужна, да это потом мы можем все перемешать. А нафига она? А будешь... сверху нет? Нет, они должны быть сладенькие внутри. Ну да, логично. Давай ее. Ножницы, которые не сходятся. Как мы с Так, сахарная пудра 50 грамм. Грамм здесь у нас 80. Мы высыпем почти все. Здесь можно... Смотри, тут написано на разрыхлителе теста волшебные булочки. Рецепт 1 из 5. А? Можно не выкидывать, а сделать волшебные булочки. Так, короче. Почему я решила отрывать так, я не знаю. Мы немножечко оставим... Только понюхай. Нет. Нюхни. Зачем ты меня чуть по лицу не ударил? Не понял, вижу, чтобы такая была. Почти все высыпаем. И оставляем только на присыпку сверху, если хватит. И то есть хватит. Если я не спану лишнее. Что его есть хочу. Он бьет меня, абьюз. Так, теперь я перемешаю что-нибудь. Надо ничего пока мешать. Просто пока засыпаем. Вот да. Это нормальный рецепт. Просто берем все и засыпаем. Ничего ванильный сложного. Сахар. 8 грамм. Здесь 10. Как говорится... Тоже почти все. Ты понимаешь, сейчас вот эти куски вообще никуда не пойдут. Да, поэтому усыпаем все. Не надо, вот тут тоже все. Да это нам и сверху посыпем еще. Короче... Разрыхлитель теста. Сколько? Пол там? Ложки чайной. Как удобно, когда ящички есть. Мне чувак один написывает, ой, ребята, это просто, вот я сейчас достану. Но вроде бы ничего плохого-то не пишет, понимаете? Ну просто я увидел свои штаны засранные. Просто что мне пишет чувак? Пол чайной ложки. Да, сейчас, погодите, сейчас найду. Он меня добавил и говорит, привет, Ваня, как сам кстати. У тебя вообще крутые эракезы. Это просто что-то с чем-то бомба-пушка. Я говорю, наверное, прикольно, да. Потом он, ты нефор. Ну потом, ладно, бла-бла-бла-бла-бла. Когда мы с тобой... Вау, Ваня, мне очень даже сильно нравится твоя куртка, как кука. Я тоже теперь такую хочу куртку. Послушай, когда мы с тобой... Сколько лет? Может, он молодой человек? Потому что, когда мы с тобой познакомились, второй мой вопрос был после «Как дела?» Это «Сколько тебе лет?» Хотя у тебя был год рождения написан. Вот, потом, я говорю, спасибо. Так, мы берем. Сейчас, секундочку, дай дочитай просто про штаны. Хорошо. Да не за что, Ваня. А вообще ты сам себе сделала такую куртку. Кстати, Ваня, а ты можешь мне дать поносить свою куртку, а то она мне очень даже сильно нравится такая. Потом он присылает мне фотки, бла-бла-бла-бла-бла. Я говорю, сделай сам куртку, короче. Сейчас. О, мне, кстати, нравится носить джинсы с такими длинным, как у тебя, Ваня. Крутые джинсы у тебя вообще, мне нравятся такие. Дырки, кстати, сам делал или уже покупал такие джинсы? А потом самое смешное. Кстати, если ты редко носишь такие джинсы, можешь, кстати, мне их отдать, я их точно редко носить не буду, а очень даже часто, Ваня. Все, бла-бла-бла, очень интересно. Продолжим? Про боевушек говорить можно не здесь? Хотя где они еще, кроме не здесь, да, у тебя их полно. Так, сметану 60 грамм, это примерно 2 ложки, наверное. В общем, конечно, я не знаю. Ничего плохого не хочу сказать про чувака, но это очень странно, потому что чувак... Мне спрашивают, ты часто ли носишь такие джинсы? Отдай, пожалуйста, их мне, я их буду носить чаще. Я даже не знаю, как на это реагировать, честно говоря. Хватит есть, я тоже голодный, и тут терплю, она тут сметану улепетывает. А нам здесь больше не надо просто. Ну, конечно, не надо. Вот я это сейчас буду есть тогда. Вообще, хамство вообще. Сидит, ест просто. Ой, да как сметану не ест? Не тот, кто вообще тут готовит в поте лица. Я. Итак,
Что у нас дальше осталось? Что нам надо еще зафигачить в эту... Так, это нам уже не нужно, да? Да, нам уже ничего не нужно. Кстати, может, мне там побольше надо было. Ну, понятно. Так, короче, да, не миксер. Сейчас вот это все замечательное нужно промиксерить, проблендерить до однородной массы, потому что творог у нас сейчас неоднородной массы. Да что такое? Так знаешь, что я поснимаю, наверное, еще с этим? Состыковка прошла. Не, давай твоим. Успешно. Можно твоим? Я буду успешно. У меня просто хреново. А, хочешь поснимать? Поснимай. В общем, у нас получилась однородная масса, в которую мы добавили 2 яйца, творог 5-процентный 250 грамм. На глаз, наверное, получилось больше, ну, где-то там 300, вот так вот. Ну, наверное, даже где-то. Что? Вот, манки 50 грамм, потом, значит, сахарной пудры 50 грамм. Все странно, мы манки, по-моему, больше, чем пудру добавляли визуально, хотя сладенько. Вот, ванильный сахар 8 грамм, разрыхлитель пол чайной ложки, сметаны 20%, 60 грамм. Это примерно 2 чайные, ой, 2 столовые ложки. Что ты давай заливать. Дай мне тоже. Нет, нет. Ну что ты, да, я тоже хочу заливать. Я хочу получать. Ты поучаствовать. Нет. Ну, можешь со своей стороны это делать, а мне вот так вот через руки твои, да, давай, хорошо, давай. Да бутылшафт. Только... Только не полностью. В смысле? Ну, там они поднимутся еще. Ну, ты очень много сделал, ты можешь... Ты можешь ничего никогда не делать. Да это я сделаю. Ну, что ты так мало, что ты... Вань, мы потом даже, если что, доложим. Надо распределить по всей. Вот это вот твоя штука. Ты поучаствуй, ты. Я 100 лет куличики не лепил. Это так оставим, да? Да. Что-то мне просто хочется тоже съесть. Сколько он будет готовиться? 40 минут. При температуре стоит. Можно. Да не перебивай ты, когда я рецептуру говорю. Ну, ты, Иван, блин. Ну, говори, что? Хотел сказать, это уже все, улетело. Ну тогда я могу дальше рассказывать. Короче, это все при 170 градусах будет в течение 40 минут печься. И надеюсь, что оно не сгорит. И надеюсь, оно будет вкусным. Если оно вдруг не будет вкусным, как говорится, то что поделать? ТикТок я не удалю, у меня там важные видео. Так. Короче. Давай попробуем доложить, даже если не поднимутся, надеюсь, запекутся. А что ты вопил на меня так? Да потому что надо как надо делать, а мы надо с тобой как сделаем надо. Как получится. Цитаты. Надо как надо, а сделаем как получится. Я с тобой в «Звездные войны» что тут играю? Иди. Не надо, ты прям... Нормально делай, нормально будет. Да вот если бы нормально делаешь, а получается, что и кое-как. Нет, правильно, знаешь, как говорить? Делай нормально, а плохо и так получится. Как-то так. Да. А что ты хочешь, что поставить? Нет, все, открывай мне. Вставай. В общем, мы засунули в печь наши сырнички. Да. Посмотрим. Что из этого получится. Где-то через сколько? Через 40 минут. 40 минут 170 градусов. Посмотрим, такие? Что получится. Да. Ну, сейчас грохнется точно вот стопудово. Оп! Не говори гадости. О! Вообще огонь. Так, вон. Так. Какие прикольные. Давайте проверим.
там был, прям из него дым идет, да? Он должен теоретически быть мягкий. А что ты делаешь? Да, ну мягкий, хватит на плане. Может, он должен еще подписывать? Не, нормально. Мочки ухо, мочки ухо! Да куда ты обратно-то? Какой еще мочку? Когда горячо, нужно мочку ухо потрогать, а не вот это. Ой, обжегся, еще раз попробую. Халинка твоя мешает. Так, куда ты унес-то от меня? Вон дуги выковыривают? Ну да, таким образом мы выковырим. Шоколад, фу, сахарная пудра. Давай зафоткайся. А вот мне хрен было. Вот это. Давай мне, короче, такой. Все, вот это бери. Так. Ну, те, кто на диете, тем привет. Мы, да. Вкусно? На ложку, если надо. Ну, по размеру, да. Ну чё? Он реально такой воздушненький. Прикольно. Не придется мне удалять Телеграм? Ой, Телеграм этот. ТикТок. Повезло тебе. Да, я остаюсь в ТикТоке. Горячий, да? Ну, есть такое, да. Очень, наверное, горячий. Я буду долго сидеть. Ну, что можно сказать? Лучше ли это, чем обычные сырники или нет? Ну, оно менее вредное, потому что здесь нет масла. Угу. Ну, так, в принципе, очень вкусненько. Ну, обычный сырник такой, он такой воздушненький. То есть, в принципе, мы привыкли, что сырники, они более сбитые, такие, да, плотные, а тут... В общем, такой вот рецепт. На этом все. Мы будем дальше жрать. Да. А вы ставьте нам лайки. Всем спасибо. Всем пока. Пока.